В Ледовом дворце Чебоксары-Арена проходит первенство высшей хоккейной лиги. Так состоялся третий матч в четвертьфинале плей-офф, где на льду встретились чебоксарские богатыри и хоккейный клуб «Мордовия». Несмотря на предыдущие два проигрыша, наши хоккеисты пытались переломить ситуацию в свою пользу. И уже на 38-й секунде первого периода, благодаря стараниям Сергея Иванова, богатыри открыли счет. Но спустя какое-то время хоккеисты из Мордовии сравняли счет и стали находиться в зоне чебоксарских богатырей, все чаще беспокоя Игоря Тяло. И буквально за 15 секунд до конца первого периода гости забили шайбу в ворота нашего хоккейного клуба. В итоге период завершился со счетом 2-1 уже в пользу гостей, после чего в перерыве своими впечатлениями поделились чебоксарские болельщики. Первый период просто классный, мы забили очень быстро, и это круто. Потом нас поддавили, да, поддавили нас немножко Мордва. Потом 15 секунд оставалось до конца первого периода, что мы видим? И ничего страшного, у нас впереди еще два периода, мы все сделаем, да, как надо. Давай, Чебоксары! Чебоксары! Поболеть за хоккейный клуб Чебоксары пришел и начальник управления физической культуры и спорта Александр Малов. Он отметил, что у Чебоксар пока еще есть большая надежда на победу. За то, что наши парни, пусть они уступают более мастеровитым соперникам, и имеет меньше опыта игров именно вот на стадии плей-офф. Но наши болельщики, я думаю, и вот родные стены должны их гнать вперед, забивать и, в общем-то, побеждать. Второй период прошел в равной борьбе и безрезультатно. Но уже к середине третьего периода хозяева счет все-таки сравняли. Кроме того, уже во второй раз за три матча серия перешла в овертайм на счете 3-3. Победу же удалось одержать опытным спортсменам из клуба «Мордовия». Наши болельщики не остались равнодушными и решили поддержать чебоксарских хоккеистов. Мы всегда будем болеть за вас, ребята. Будьте добры, дарите нам красивые, хорошие игры. Шайбы и победы. И всегда будут приходить ребята, и всегда будут за вас болеть. ХК «Чебоксары», вы лучшие. В итоге Мордовия попала в полуфинал и сыграет там со смоленским Славутичем. А хоккейный клуб «Чебоксары» отправляется в отпуск, до которого они обещали провести еще несколько матчей. Ольга Василик, Андрей Орлов, «Жизнь столицы».